Следующая серия сабвуф динамиков, которая к нам поступила, это серия Pride Sapphire. Данная серия сабвуф динамиков пришла на смену популярной серии под названием Junior Pro. Да, Junior Pro теперь не будет, а именно вот эта серия за место них. Номинал этих сабвуф динамиков составляет 900 Вт. Вся серия представлена тремя моделями. Это 10-дюймовом размере, 12-дюймовом, 15-дюймовом размере. Значит, что особенного? Совершенно новая конструкция у данных сабвуфовых динамиков. Также изменился дизайн, все другое. Колпак, диффузор. Вы обратите внимание, какой интересный диффузор. Что-то особенное в нем в звучании должно быть. Подвес новый. Высококачественный ферритовый магнит. Магнит больше, чем у предыдущей серии Onyx мы рассматривали. Звуковая катушка стала 2,6 дюйма, в отличие от Onyx, где была 2-дюймовая звуковая катушка. Сопротивление 1,7 плюс 1,7 у данных сабвуфовых динамиков. А также, что отметить по конструкции, штампованная корзина с антирезонансным покрытием. Ну и также клемники, как мы видим, также сделаны, как в Pride Onyx. Просто вы их берете и зажимаете туда акустический провод. Считается такая конструкция наилучшей для фиксации акустического кабеля. Данные сабвуфовые динамики, так же, как и Junior Pro, рассчитаны на постоянный повседнев. Сами прайдовцы обещают более приятное звучание баса у данных сабвуфовых динамиков, нежели даже чем у тех же Junior Pro. Стоимость данных сабвуфовых динамиков начинается, вот допустим, у десятки от 7600 рублей. Двенашка стоит где-то 8, а пятнашка где-то стоит 8,5. По цене, кстати, не сильно изменились, примерно так же, как и Junior Pro. Но при этом и моща стала 900 Вт. В наличии новая серия сабвуфовых динамиков Pride Sapphire.